Привет, вы на канале Дани и Ваня. Сегодня я хочу вам рассказать о Харьковском автовокзале, автостанция номер 1, Харьков, Украина. Центральная автостанция Харькова находится в Основянском районе на проспекте Гагарина, рядом со станцией метро проспект Гагарина и железнодорожной станцией Харьков-Левада. До 1957 года прошлого века междугородные автобусы отправлялись из Харькова с площади Тевелева, сейчас площадь Конституции. Однако расположение вокзала в самом центре города было неудобным. Поэтому 24 марта 1954 года Харьковским горосполкомом было принято решение номер 318 о выделении участка земли по Змеевской улице, старое название проспекта Гагарина. Таким образом, включив строительство автовокзала, план реконструкции будущего района. Автовокзал был открыт в 1958 году на Змеевской улице между площадью Героев Небесной Сотни, тогда Руднева, и перекрестком с улицей Молочной, тогда Кирова. Автором проекта стал архитектор Крыкин. Вокзал представляет из себя трехэтажное здание, построенное с использованием классической архитектурных форм. Фасад вогнутый, дугообразный, разделен пилястрами на три пролета. Окончательный проем между пилястрами выполнен в виде арок. За вокзалом находятся посадочные платформы. В 1975 году количество маршрутов, проходящих через автовокзал, превысило проектировочно. Стала очевидна необходимость постройки нового здания. С конца 1980 года предлагалось несколько проектов автовокзала, однако в силу обстоятельств ни один из них не был реализован. В 2006-2009 году на автовокзале была проведена реконструкция. Проложена тротуарная плитка, обустроены навесы, перестроено ограждение. Здание автовокзала отремонтирован и был открыт вход. Всем пока, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе всех новостей.